Как хороша наша саванна с высоты птичьего полета. Всем доброго времени суток. Сегодня очередное распаханное поле. Буду сейчас по нему ходить. Посмотрим, если будут находки, то обязательно покажу. И первая находка — это какая-то безделушка. Наверное, конина, скорее всего. Выкидываем, идем дальше. Еще одна находка — это пуговица советская. Первая монета за сегодня — это советских 2 копейки 1940 года. Сохранность монеты отличная. Еще одна монета — это 10 копеек 1957 года. Еще монета — это 3 копейки 1961 год. Это, наверное, самый частый год, который попадает. И еще одна советская монета. Это 15 копеек 1957 года. Сохран шикарный. Я не люблю вот такие штуки. Это остатки старых батареек. У них форма круглая, схожая с монетой. И сигнал такой довольно четкий. Идем дальше. Находка. Опять советская монета. Это 1 копейка 1962 года. И опять СССР. Но это не монета, как вы заметили, а часть алюминиевого подсигара было. И как обычно бывает, как гром среди ясного неба, вот такая находка. Это зачет сегодняшнего дня. Я еще не знаю, я еще буду ходить, конечно. Но это меня очень радует находка. Такое шикарное кольцо. Двигаюсь дальше. К вечеру я, наверное, погодовку советских монет соберу. Это 15 копеек 1956 года. Еще 15 копеек 57 года. Две копейки 1969 год. Только что попалась такая интересная монета. Я таких еще ни разу не находил. Может, кто знает, подскажет. Год 1913 написано. С другой стороны 10. Это, я так понял, номинал монеты. Ну что, подытожу сегодняшний свой коп. Начну сразу от противного. Вот столько всякого мусора пришлось накопать. Это проволоки, пробки, обломки вилок, ложек алюминиевых. Ну, всего, короче, хватает. И итого 9 советских монет. Вот одна такая. Интересная такая красивая монетка. Кто подскажет, что за она?
Ну и зачет сегодняшнего копа. Вот такое красивое колечко. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!